Вот они, новые железные красавцы. ВАЗ-21310 и два УАЗа-3909. Автомобили отправятся на верную службу к представителям службы механизации автотранспорта, службы высоковольтных сетей, ТО «Кокшетауэнерго» и на Бурабайский производственно-электрический участок. Сложно преувеличить значение энергетики, отметил в своем поздравлении зам. Акима области Аскар Муратулла. В нашей области действует более 600 котельных, 750 километров тепловых сетей. Услуги теплоснабжения оказывают 20 коммунальными государственными предприятиями, 4 основных электроснабжающих предприятий, имеющих на балансе порядка 30 тысяч километров электрических сетей, более 5 тысяч трансформаторных подстанций и оборудования. Труд энергетика достоин уважения. Виктор Иванович имеет более 40 лет стажа, работал в городских сетях. Пришел в эту сферу в 21 год сразу после окончания Омского политехнического института. Заслуженный энергетик Казахстанской электроэнергетической ассоциации. Его награда в профессиональный праздник. Мы должны всегда нести в квартиры свет, тепло и радость, отмечает он. Мы должны всегда принести людям в квартиры свет, тепло, радости и удовольствия. Поэтому я от всей души поздравляю коллег, чтобы у них всегда были успехи в работе, без аварийности, без травматизма работали. Ну и самое главное, в новом году благ в семье, детям, друзьям, товарищам. И таких наград за вклад в развитие электроэнергетической отрасли страны десятки. В их числе высокие награды, медали, такие как Ембек Ардагеры, звание Курметте энергетик, благодарственные письма и грамоты от министра энергетики и акима Акмолинской области. Добавим, что к 2025 году по области за счет зеленых проектов долю альтернативной электроэнергии удастся увеличить с 16 до 50%. Жамал Габдуллина, Василий Вережников, Кукше, Ахпарат.